Моя семья, она погибла. Их тела нужно сжечь. Но огня мало. Если они станут драуграми, то будут мстить. Здесь должно быть что-то горючее. Масло для огня. Должно хватить. Горю! Спасибо, спасибо. Пусть обретут покой. Обретут ли? Ты сказал, что твои родные захотели бы отомстить. Моя вина. Я их убил. Алчность ослепила меня, и теперь я остался один. Мой брат должен был стать наследником отца. Почему не я? Меня считали позором семьи, и правильно. Теперь богатство семьи лежит дома. И мне не с кем разделить радость владения им. У меня к тебе просьба. Убей меня. В Хельхейме я буду молить родных о прощении. Смерть — это мягкое наказание.
Надеюсь, твоя семья в Хельхейме проклянет тебя. Лети, Сюнин. Thank you.
на тебя нашло? Все ответят. Наши кошели пусты, но наши души познают благоденствие. Тебе... Что здесь случилось? Мы напали на них. Пиктов Константина оказалось слишком много. У богатых всего много. Монет, копий. Мои люди не были готовы к такому. Но, боюсь, пикты знают, что я еще жив. Пикты, берегись! К бою! Души моих людей со мной, а моя душа с ними! Все кончено. Какой бой? У короля пиктов Константина слегка опустеет кошель. Спасибо. Как тебя? Я Эйвор. Меня зовут Райс. Райс Шервин. Знаешь, нам шайки веселых разбойников пригодился бы такой, как ты. Мы делаем бедных богаче, а богатых беднее. У нас есть убежище в лесу. Заходи как-нибудь. Выпьем эля. Может быть. Что ж, буду ждать встречи. Убежище в лесу. Это интересно. Нужно быть осторожнее.
Что ты видишь? Сюнин, укажи путь. Валькирии, кожаные штаны. Приди ко мне, Рагнар. Найди меня в ярости. Хом. Здравствуй, Дрэнк. Эти болота твой длинный дом? Медовый зал? Это священный зал Дрэнга. Я Скегьёльд. Чьи хук и тело обещаны Рагнару Лотбраку. Металл и душа. Я ищу того, кто пройдет через обряд и сразится со мной насмерть. Понимаю. Я вполне сгожусь для такого поединка. Тогда присоединяйся.
Рагнар Девять Лун обучал меня Дрэнгсейду в Упсале. Я буду сражаться только с тем, кто сможет прийти в такую же ярость, как и я. Иначе бой будет неравным. Так что это за зелье? Мед и тухлый хлеб? Священный мед с летучими парами. И гриб Тора или красный мухомор. Мы с Рагнаром пили это снадобье перед каждым набегом. И законы битвы теряли силу. Выпей отвар из моего котла. Мы вместе придем в ярость, и только один из нас вернется к себе. Ступай по Беврёсту тяжелым шагом, Дрэнг. Рада, что... Ты славно сражалась, и бой был честным. Продолжай же свой путь. Меня ждет переход. Прощай. Настал мой черед узреть бога поэтов.
Здесь мне точно не рады. Огонь!
Королевство Берниция и Элмет позволили мне посещать это место. Указом короля Эопы. Только исполинам хватило бы силы перенести такие столбы. Если бы им помог сам бог. Но отчего они нас защищали? Ты им велел, Боже? Это было из-за греха людей прошлого? Чтобы не впустить бесов? Расправь крылья, Сюнин. Что ты видишь, Сюнин?